Крупный план. Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. С удовольствием приветствую в нашей студии директора центра Мой бизнес Владимира Скобелкина. Владимир Гаврилович, здравствуйте. Добрый день, Владимир. Также с нами замечательная Анастасия Елизарова, самозанятая. Добрый день, Анастасия. Добрый день. Ну, надо сказать, что начало осени в центре «Мой бизнес» выдалось жарким, очень активным. Семинары, мастер-классы, обучение, которые прошли порядка 300 предпринимателей и самозанятых. Ну и, конечно же, коли у нас Анастасия присутствует, мы начнем разговор с сути федеральной программы «Мама-предприниматель». Долгожданная программа, кировчанки ее очень ждали. Давайте напомним, в чем суть заключается, Владимир Гаврилович. Да, это, безусловно, была изюминка сентября. мамочки предприниматель, мы называем ее так ласково «мамочки», потому что это событие, это страновая вещь, потому что в каждом регионе нашей страны прошла программа «Мама-предприниматель», где молодые девчонки могли посоревноваться, выбрать свой проект, защитить его и получить, конечно, грант. Потому что впереди у всех победительниц региональных этапов будет большой тур на России, и там будет возможность получить российский федеральный грант. Ну а у нас был региональный этап, на который собралось очень много желающих, причем желающие регистрировались на цифровой платформе, уже в Минэкономразвитии, и, соответственно, мы отобрали только лучших, 35 человек. А претендовала общее Да, больше, чем 60, фактически как. То есть конкуренция была достаточно серьезная. Да, два человека на одно место, по большому счету. Так, если еще добавлять подробности, как это все происходило, чтобы наши слушатели и зрители могли это понять и ощутить. Да, да, да. И девчонки поначалу пришли. Значит, они тоже плохо представляли, как это все будет проходить, но у нас получился. Пятидневный интенсив такой с серьезным погружением, потому что, конечно, была основная задача мамочек предпринимателей научить бизнесу. И мы проходили все азы бизнес-предпринимательства, начиная от бизнес-планов, целевая аудитория, маркетинговый план, рекламный план. Мы говорили со спикерами, мы учились писать бизнес-планы у многих девочек, вы не поверите, в самом конце. Поменялось сознание до такой степени, что они даже проекты свои изменили. Внесли коррективы, да? Да, они на шли на с одним делу. проектом uh -huh. на план, а в итоге они вышли на финал уже с другим проектом. Uh -huh. И причем очень ярко смотрелись все наши участницы. А вот среди этих мам есть уже опытные предприниматели, либо это начинающие, вот только-только делающие первые шаги. Ну, первое, что, что это у нас впечатлило, yeah. то что у нас откликнулись мамочки не только из города Киров, у нас был Санчерт, у нас был. Слободской, mm. у нас был Ленгасова. Девочка из замутнинска вы не поверите, она приезжала каждый день на занятия и каждый день она возвращалась обратно, чтобы победить. Кто-то стартовал просто с нуля. Белый лист. Она придумала идею, с этой идеей выдвигалась. У кого-то есть опыт. Одна мамочка отшивает э, для своей спортивной команды, где занимается детки всю спортивную форму. Другая делает дома конфеты. Третья делает изделия из бумаги, то есть, настолько были разнообразные предложения, это искренне удивило угу. нас всех, и заинтересовано нас мамочек вот в своем бизнесе. То есть, мне кажется, что абсолютно любую идею, которая там рождается в голове у мамы, ее можно превратить в бизнес-модель, да, и успешно по большому счету, по большому Ре счету, да, реализовывается, потому что они приходили по большому счету неопытные, ну, в основном в большинстве своем неопытные бизнесмены и ушли профессионально подготовленные. Почему я так уверенно об этом заявляю? Потому что я ежедневно смотрел чат откликов угу. и такое количество позитива, которое мамочки получили на нашем пятидневном тренинге, конечно, впечатляет, искренне впечатляет. Ну и в итоге, в результате этой упорной борьбы лучшей из лучших стала Анастасия, правильно понимаю? Да, но тут нужно подчеркнуть, что у нас до последней минуты, до пятого дня погружения в бизнес у мамочек не было явного лидера. Причем откровенно не было явного лидера. Было очень много соискантов, которые могли бы стать победителем. Шли прямо как в спорте, значит, в ступня в ступню. И уже Именно защита определила того, кто у нас стал победителем, угу. и это досталось нашей сегодняшней гости в студии. Анастасия. Ну, поздравляем в первую очередь Анастасию. Вы шли к этому упорно шли. Я чувствую. И вот э, тот приз, да, который вы получили от центра Мой бизнес, он сейчас на столе у нас. Да, да. Можно, можно взять в руки, чтобы да, вот, и зрители наши успе успели посмотреть и увидеть. Да. Расскажите о том, что за делом вы занимаетесь Как давно у вас статус угу. самозанятый Как вы пришли к этой идее У вас все очень интересно Да, с чего все началось Ну, Буквально в двух словах Много говорить не буду Во-первых, в августе 22 года я ушла с работы Муж мне сказал, что ты больше работать не пойдешь Будем заниматься своим делом Точнее, я тебе предоставлю то, чем ты захочешь заниматься У него возникла идея Так как он сборщик грибов Давай, говорит, что-то будешь развивать Вот, ну ну, и был, возникла идея создания различных ягодных грибных соусов. Ягодный грибной соус. Ягодные и грибные, да. Угу. Ну и плюс масла а, грибные, настойные на растительных основах. Получается, в феврале я открыла самозанятость для того, чтобы представлять свою продукцию, да, знакомить жителей города Кирова с ней. И уже непосредственно в апреле открыла и для того, чтобы ее задекларировать. Угу. Как называется проект? Эко-бренд грибы до да ягоды. Грибы до да. Знак восклицания ягоды. Да. Очень ярко, очень так звучит впечатляюще. Как вы оцениваете да, свое участие в этой программе? Действительно ли получили необходимые самое знания? Как угу. собираетесь развивать и на что, собственно, будут потрачены эти угу. деньги? На проект я пошла для того, чтобы получить знания. Вообще, изначально, когда подавали заявку, не было вообще понимания никакого куда ты идешь, если честно, <laughs> вот и уже на самом проекте было, ну стало все понятно, то есть и как продвигать свою продукцию в дальнейшем, а какие там маркетинговые штучки, да, uh -huh. как сказать, применить в своем бизнесе уже непосредственно, ну и да, собственно, на что собственно сам да? грант, да, сам приз, uh -huh. естественно с, с тем масштабированием, которое сейчас планируется у меня. Uh, это и продвижение продукции, и выход уже за пределы Кировской области. Необходим закуп очередного оборудования, uh, Дабы уже вмещалось uh -huh. все, как говорится. То есть речь, как это принято говорить, идет о расширении, производства. Вот. Ну это непосредственно uh -huh. вот мы сейчас, я я смотрела, сейчас уже нужна будет морозильная камера чуть больших объемов, чем та, которая сейчас у меня есть. Uh -huh. Планируете ли в дальнейшем сотрудничать с центром мой бизнес? Да. Можно же бес, бесконечно расти, да и совершенно Там бесконечно можно получать uh -huh. различные бонусы всякие вот непосредственно хочется успеть получить на рекламу да на развитие там денежка какая-то денежку небольшую выделяют а с Альфа Банком они непосредственно активно работают вот хочется тоже там девочки попасть и уже счет у них открыть ну в общем вы чувствуете что уверенно стоите да на ногах и видите прекрасно, и представляете куда еще можно расти да да непосредственно вот на этом проекте я как-то мне кажется больше уверенности что ли обрела в том плане что нужно идти делать и двигаться дальше Владимир Гаврилович, это не единственные да, вот, призы, которые были мамам-предпринимателям да, безуслов... презентованы? Безусловно, там. мы старались да. так, чтобы у нас большинство девчонок, которые, мамочек, которые пришли к нам на проект, они оказались как-то отмеченными, и наш генеральный спонсор – это компания «ВКонтакте». Она э, изначально на старте, мы сразу проговорили, те девчонки, которые будут очень активно комментировать то, что происходит на, на площадке центра «Мой бизнес», они получат отдельные призы. И вы не поверите, два человека у нас настолько интенсивно рассказывали о своих наблюдениях, о своих замечаниях, об учебах. Поэтому они получили два специальных приза по 10 тысяч на размещение рекламы во Вконтакте. Причем были от нашего регионального спонсора «Альфа-банк» отдельные подарки, еще пять участников, а еще… Одной девчонке повезло больше всего. У нее в день защиты проекта был день рождения. Mm -hmm. И весь коллектив, 30 человек, стоя, приветствовали ее и поздравляли. Ну и, конечно же, необходимо отметить обязательно наш наш финальный день. И на критик к нам приезжала Ирина Геннадьевна Морозова, законодательное собрание Кировской области, заместитель председателя. И она же возглавляет региональное mm -hmm. движение э, женщины России». И было очень приятно. И на финальный день э, для нас это было огромным событием. На финальный день мамочки предприниматель в Кировской области приехал в федеральный гость. Это амбассадор Союза женщин России из Москвы Надежда Корисалова, которая привезла массу совершенно идей, которые можно будет мамочкам э, претворять в жизни и работать дальше. Вот такие у нас, мамы-предприниматели, инициативные, активные, стремящиеся к новым победам. Желаю вам успехов. Спасибо. Да. Желаю всем, участницам программы и нынешним, и будущим, да, чтобы достигать новых высот. Благодарю Владимира Скобелкина, директор центра «Мой бизнес», и Анастасия Елизарова, самозанятая руководительница целого направления, связанного с нашими природными ресурсами, да, с нашими природными да. богатствами, очень вкусными и полезными. Спасибо, благодарю. Спасибо. Крупный план.